Я много работал со спортсменами, с самыми различными командами. Это и волейбол, баскетбол, гандбол. Вот как раз олимпийские чемпионки стали мои пациентки. И я всегда хотел найти то место, где можно было бы максимально эффективно, быстро провести очень хорошие спортивные сборы. Приехав сюда, в спа-Энергиль, я понял, что это именно то место. Меня зовут Еременко Олег, я занимаюсь легкой атлетикой. Приехал сюда из Челябинска. Тренируюсь уже много лет, достиг определенного пика и начал искать методики, чтобы выйти на новый уровень. Первый момент – это Кипр. Но это необычный Кипр. Здесь вековые платаны, сосны, здесь водопады. То есть это необычное место для Кипра. Занятия проходят 3 раза в день. То есть это разные тренировки, начиная от занятий лежа, сидя, стоя, специальные залы, специальные тренажеры, которых практически нигде нет. Многие тренажеры – это лично мои тренажеры, которые подводят человека с очень хорошим контролем, очень осторожно к экстремальным состояниям. А ведь все понимают, что только в экстремальной ситуации человек может реализовать свои возможности. Самое важное для спортсмена – старт. Раз. Еще. То есть сделать первый шаг, рывок. И самый мощный рывок – это во время падения. То есть не уйти от падения. Их, молодец. Правильно выстроенное тело. Если оно правильно выстроено, ты можешь давать скорость, реакцию, координацию. Если оно не выстроено, ты просто себя травмируешь. Меня уже год беспокоит травма ахилла, то есть уже больно даже ходить. И я приехал сюда, к доктору. Ахилл вообще никак не беспокоит. Если у меня раньше в Челябинске даже во время ходьбы он болел, теперь мы бегаем в горы, в крутые подъемы, соответственно, потом сбегаем с них, вообще никакой боли, ничего. То есть это совершенно какая-то чудесная методика, которую предлагает доктор Попов, и она сразу чувствуется, что дает результат. Здесь идеальные возможности для спортсменов любого уровня, начиная от высокого до самого высокого, причем, например, для футболистов, для бегунов, для легкоатлетов, для гимнастов, для единоборцев, потому что здесь есть возможность на этих приборах восстановить правильную геометрию тела, дать возможность в горах определенные тропы, определенные все вещи, дать нагрузки, потому что тогда на ровной поверхности, Олег может сказать, это уже совсем другое. Мы занимаемся Петром Александровичем по 6 часов, и я после этих тренировок, если раньше бы я чувствовал усталость на следующий день, вообще бы не стал с кровати, а здесь, наоборот, я чувствую прилив сил, хочется еще и еще тренироваться. Это источник, который увидели Космос и Демьянос и сказали, вот самое лучшее место на Средиземном море. Скорее всего, и в 16 веке, когда они пришли сюда, он точно так же журчал. И они остались здесь и делали уникальное лечение суставов, кожных болезней, нервных болезней. И результаты их были настолько потрясающие, что их причислили к лику святых. И вот здесь рядышком часовенка, в которой находится икона, которую при раскопках, когда здесь раскапывали, нашли. Я хочу продолжить их дело и создать здесь самый лучший в мире реабилитационный центр по лечению травмы, восстановлению спортсменов, восстановлению артистов балета, общего оздоровления. И здесь есть абсолютно все условия. Важно, что кроме упражнений, я привез сюда и прибор, которым восстанавливают космонавтов.
практически это восстановление, которое идет в несколько раз быстрее, чем обычно. То есть и ты как бы находишь, и тело постепенно, одно расслабилось, второе, то есть идет такое сверхкомфортное состояние. Когда человек занимается в тренажерном зале, ну он там занимается, все, но когда он доходит до предела, то что происходит? Руки начинают дрожать, мышцы начинают дрожать, то есть до предела, то есть тогда, когда включается глубинные связки, сухожилия, то есть предельная вещь. Ученые взяли эти параметры, и оказалось, что расслабление идет не сверху, как при обычном массаже, а изнутри начинают расслабляться связки, суставы, даже кости. И здесь получается, что вот если человек делает сверхнагрузки, входит в форму и все, нужно максимально дать нагрузку и максимально расслабиться. И вот этот прибор, равных ему нету. А таких серьезных интенсивных нагрузок я уже чувствую результат. И я думаю, после этих сборов я выйду на совершенно другой уровень. Отдельное спасибо, хочется сказать, компании Active Planet за прекрасную организацию сбора и эффективный результат. Я приглашаю спортсменов самых разных видов спорта, если они действительно хотят в короткие сроки повысить свои спортивные результаты, скорость, выносливость, лечение и профилактика травмы, реакция, координация. Причем практически я гарантирую результат.